День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Oozie Earth Adventure. Эту игру мне предоставил разработчик, то есть большое-большое ему спасибо. И это очень-очень милая игрушка. Ничего, скажу вам так, вот честно, абсолютно особенного нету. Но это качественная игра, и по-моему она больше сделана для детей. То есть она очень простая, она очень красиво сделана, хорошая музыка, хорошее управление и очень простой принцип. А то есть мы просто бегаем, прыгаем, собираем звездочки. Больше ничего не нужно. Эта игра как бы сама себя рекламирует как олдскульный платформер. И я понимаю, то есть это не особо сложный платформер. О, господи, боже мой. Я немножко утонул. Но это очень затягивающий платформер. И в нем очень все просто. То есть тут ничего такого сложного нету. И, скорее всего, поэтому я советую вам, если у вас, например, маленькие дети, которым хочется играть, вот это чудесно. То есть здесь есть и сложные места, которые нужно будет попробовать пару раз пройти, но нету ничего такого жестокого, как в Супер Мит Боя. У нас также есть вещи, которые нужно собирать, у нас есть на что посмотреть, у нас каждый уровень представляет что-то новое, показывает новые элементы, но так или иначе игра не становится слишком сложная, то есть тут нету ничего такого заумного. И, конечно же, здесь есть, например, элементы спидранинга, здесь есть элементы хайскора, и для любителей таких вещей здесь куча времени можно провести, просто собирая эти звездочки, пытаясь пройти уровни как можно быстрее. Здесь у нас есть забеги против своей собственной тени, а также против теней, которые мы можем скачать с интернета. Вон, видите, по-моему, это не моя тень, это чья-то чужая тень. Все это есть. Но мне нету такого впечатления, что да, вот я сейчас хочу сесть в эту игру и играть, знаете, как профессионально, абсолютно серьезно к ней относиться. Нет, это очень мило, это красиво, это приятно, это хорошее управление, это красивая музыка и красиво нарисованная игрушка, но, скажем так, если вам хочется хардкора, если вам хочется жестокого геймплея и по-настоящему то, чем вы можете гордиться, когда вы пройдете это, я не думаю, что Узи это для вас. Узи это скорее для тех, кому хочется просто сесть, посидеть, посмотреть на экран, послушать красивую музыку, поиграть в приятную игру. Ничего такого жестокого, сложного, особенно, скажем так, мастерский. Тут не нужно мастерства, чтобы пройти эту игру. Нужно просто желание поиграть. Ага, мне вообще воду нельзя трогать. Так, бронированные улитки. Брысь. Хорошо. Давайте тогда сейчас попытаемся пробраться. Так. Ага, видите, то есть тут есть тайминг. Так, эти штуки, я их помню, я их видел. И пчелки с такими гадкими улыбками. Да. Их трогать нельзя. Просто потому, что не хочется. Они нанесут урон, конечно же, но они странные. Я слишком близко к ним подходить не хочу. Так. Так, давайте тогда. Оп. Пролетим, соберем все звездочки. И вот это вот собрать все звездочки, это очень классно. И есть в этом что-то. Вот, и я обычно на такое, скажем так, не ведусь, то, что нужно собрать. Но то, как это здесь преподнесено, то есть вот эти вот звуки, приятная мягкая музыка и просто динамика, с которой мы проходим уровни и с которой мы собираем все это, оно все-таки, да, оно затягивает, оно есть. Оно не затягивает так, что, знаете, я чувствую ритм игры, я чувствую, что я вправду там чему-то научился или я учусь на своих ошибках. Нет, я просто сажусь и как бы еду. И вы тут решаете сами. Если вам достаточно этого, то есть
для взрослых это больше, чтобы отключить мозг. По-настоящему, как игру, я вам не могу посоветовать, если вы уже давно играете вообще и играете в платформеры, то тут это, скорее всего, не для вас, это будет для вас слишком просто. Но если вам просто хочется расслабиться, или вам хочется, например, это первая игра, вот для ребенка первая игра была бы очень классная, потому что она и красочная, она интересная, здесь есть разные вещи, которые можно детенку объяснить, а то есть, ну, скажем так, азы геймплея, и игра сама по себе очень-очень приятная. Так что посмотрите, посмотрите, по-моему, есть демо. По-моему, Узи, она уже давным-давно находится в продаже, и есть демо. То есть можно скачать, можно еще самим поиграть, посмотреть, но тут ничего сложного нету. Тут влево-право-вверх-вниз. У нас есть вот этот прыжок вниз, а то есть, чтобы просто разогнаться сильнее. И у нас есть прыжок. Вот и все. И больше, по идее, ничего не нужно. Оп! Второй прыжок у нас, конечно же, тоже есть. Но я его почему-то постоянно забываю. Расслабляюсь и так... А почему это не допрыгиваю? Ах, да, есть второй еще прыжок. Так что... Она простенькая. И я, скорее всего, тогда сейчас на этом и закончу. Знаете, мне всегда хочется сказать, что да, вот эта игра навсегда, и вы можете в нее играть, и это обалденная штука. Здесь это больше... смотрите сами, и смотрите, для чего вы берете игру, потому что не всегда хочется хардкора, не всегда хочется жестокого геймплея, и иногда просто хочется отключить мозг, побегать, послушать музыку. И если вам хочется именно такого, то Узи именно для вас. И я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.